Меня удивило то, что озеро очень длинное. Мы очень долго ехали на катере. Я никогда не видела таких гористых берегов. Вода в озере холодная, и мы купаемся очень редко. Дно здесь каменистое, и совсем не видно водных растений. Удивительно то, что коровы и лошади гуляют здесь без пастуха. Такого нет в деревне моей бабушки. Местные жители доверяют свой скот природе. Я занимаюсь в кружке почвоведения у Галины Александровны Кочкиной. В следующей экспедиции я бы хотела заняться изучением водных растений и животных.